Так, вы готовы? Я готов. Но вы не заслужили гематогена, я заслужил. Вот в чем разница. Сдерживаюсь, не ем гематогеныч. Хочу, ну, растянуть. Я пока представляю, как я буду его есть. Если бы гематоген упал на пол, в грязь. Это мой последний, кстати. У меня больше нету запасного. Я бы, блядь, умер сегодня. Блин, гематоген оказался не супер свежий. Я сейчас сижу, у меня такое неприятное чувство в животе. Это хуёво, когда гематоген не очень свежий.